Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я делаю салатик, который называется бунита. Ну, вообще-то, вот как уже мы все, наверное, знаем, что в салатах в основном одни и те же ингредиенты, да? Меняется название, меняется там, например, снизу курица, сверху там картошка или наоборот. Ну и что-нибудь еще добавляется, да? Вот сколько я делаю салатов, ну, что-то такое совсем новое встречается редко. В основном, вот, ну, практически одно и то же. Но этот салат тоже не отличается чем-то таким от других салатов. Но попробуем сделать. Я его не пробовала. Этот салатик я увидела в Одноклассниках. И решила сделать. Как бы ингредиенты все у меня есть. Будем делать. Купила себе новое кольцо для салата или для тортов, что-нибудь такое. Ну, в этот раз делаю в нем салат. Первым делом это у нас куриная грудка. Куриной грудки где-то у нас грамм 600. И ее надо будет разобрать на волокна. Так, вот это вот куриное мяско. Разберем на волокна вот таким способом, полностью все, что у нас есть. Мясо разобрала. Теперь у меня есть еще морковка по-корейски, яйца 6 штук. Яйца надо разделить, белки от желтков отделить. Яйца плохо чистятся. Ну и желточки уже, конечно, не такие желтые, как были летом. Ну, все равно свои лучше, чем магазинные. Так, ну вот я их отделила. И точно так же их надо будет потереть отдельно. И сыр. Сыр у меня голландский. Я его сейчас потру на мелкой терке. Сыр натру на мелкой терке, где-то 150 грамм сыра. У меня кусочек побольше здесь останется. Приготовила я все ингредиенты для салата. Сначала мы сюда будем выкладывать курицу. Курица у меня варилась в подсоленной водичке с лавровым листиком, подперченная. Поэтому ничем я ее ни солить, ни перчить не буду. Смазываем майонезом. Так, даже мне кажется, можно еще, чтобы курочка не была такой суховатой. Все-таки это грудка куриная. Так, это был первый слой. Вторым слоем у нас идет морковочка по-корейски. Точно так же она не нуждается ни в каких добавках. Ни соли, ни перца. Все уже готово. Тоже майонеза, но сюда немножечко, потому что морковка сочная сама по себе. Так. Следующий слой у нас идет сыр. Сыр натертый на мелкой терке. Хорошенько по краям приминаем, чтобы салат держал форму. Так, и немножко майонеза. На Новый год сделаю майонез свой домашний. Следующий слой – белки. Отдельно они у нас от желтков потертые.
тоже на мелкой терке. Ну вот, желточки мы уже немножечко подсолим. Чуть-чуть. Также немножко майонеза. Чтобы наши слои скрепились. И не были сухими и рассыпчатыми. И последний слой — это желточки. Тоже натертые на мелкой терке. Так. Теперь мы всю эту красоту снимем. Так. У меня есть зеленый лучок. Сейчас украсим. Вот такой салатик Бунита у нас получился. Можно украсить, из белка сделать цветочки, цветочком из морковки сделать серединку, или можно огурчиком украсить. Ну, как-то так. Это будет на праздничный стол украшение, а сейчас на повседневный стол. У меня вот такой салат. Называется он Бунита. С морковью корейской, с грудкой куриной, сыр и яйцо. Приятного аппетита! Готовьте салаты, выбирайте, какие лучше на праздничный стол можно приготовить. И всегда жду вас на своем канале. Пока-пока!